Не сделать такую же программу, как в стиле у паука, сделать там парк ужасов, летающие тарелки, дирижабли, это же все простое. Ведь даже тот же самый Лужок, он уже в Москве создал громадный парк дирижабли, который сейчас Собянин почему-то хочет продавать, например. Для чего, например? Я планировал в Химках эту миссию сделать, что мы вот эти ненужные дирижабли передадим в Химки, где-нибудь летать бесплатно, там что, газа напустил, не нужно никакого бензина, и дирижабль сам себе это полетел, например. Он, допустим, после новогоднего угара шарик в снегу, он там остался и до сих пор не сдулся, например, в общем-то. Вот. Все, его немного подогрел, например, и он полетел дальше, например.